специальный выпуск шоу «Воли» в Санкт-Петербурге. У нас в гостях боксер и политик Николай Валуев. Я постоянно на шоу меняю пиджаки, но такого не было ни разу. Можно померить? А можно померить пиджак Соболева вам? Игроки футбольного клуба «Зенит» Михаил Киржаков и Александр Ерохин. Всегда интересно, как люди становятся вратарями. Я не любил бегать, поэтому решил стоять. Так надо было гаишником стать. Певец, комик, шоумен Александр Рева. Как сесть уверенно? Покажи, как выглядит уверенно. Легко. Чем шире здесь, да, ты раскрыл? Не, ну это совсем уверенно. Мы втроем сейчас сидели, как будто армяне на свадьбе. Шоу «Воли». Новый выпуск. Сегодня в 11 вечера на ТНТ.